Взятки от перевозчиков. За это будут судить бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи Чебоксарской администрации и его подчиненную. Следователи выяснили, что с апреля прошлого по март этого года бывший начальник отдела транспортного обеспечения с подчиненной ежемесячно получали по 50 тысяч рублей от одного из городских перевозчиков. Эти взятки предназначались чиновникам за уменьшение количества проверок, проводимых сотрудниками вышеупомянутого отдела в отношении автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах, и непринятие мер по расторжению с ними в одностороннем порядке договоров на осуществление пассажирских перевозок. В общей сложности обвиняемые получили 570 тысяч рублей. Раскрыты и другие эпизоды. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.